Буэнос диэс, братва. Ядерный разрывной заряд вашего экрана, это значит, что мы продолжаем шароебиться по пустошам, это Fallout New Vegas. Сажайте жопы поудобнее, берите ништячки. Может, у вас еще какие мысли есть насчет во что погамать далее. Ну, а мы, собственно, нажимаем далее и уебываем из этого городка. Наверное. О, куча золы. Хотеть! Я ж с копидом, ёпт! Так, а что я тут, собственно, делал? Давайте вспомним, потому что в предыдущей серии все были записаны за один день. И, блядь, надо покопаться. Так, в погоне за призом. Так, надо на Мохавский аванпост. Перепрыгиваем. Ой, ёпт! Ебальники идем ломать. Ну ладно, не здесь. Так, рейнджер. Там легионеры порылись. Короче, попробуем выдрочить все квесты к хуям. Прикол. You check out the Nipton Town Hall yet? Lee, that's not outside. All right. In Nipton? Hell no. Well, thanks for hoofing it there. Fucking Mojave's... Thanks for the assist. I'm sure there's around here, had you... Бля, а чё, так можно было? О, новый левел. Хе-хе-хе. Так. Сразу же вдуваем вот так. На всякий противопожарный. Вот так, чисто чтобы было. О, точно, нам сейчас перк дадут. Так, быстрая перезарядка. У, сука, нос чешется. Так. Схавать труп нет. Понимание. Преданность, дуэлист. Кладоискатель, кровавая баня. 5% дополнительного урона. Заебись так-то. Жена убийца, нет. Интенсивная тренировка, потом подумаю над этим. А, их тут 10 рангов, ёптать. Значит, берем. Так. Добавить атрибутов. Так. Сосила. Восприятие. Так. Выносливость. Харизма. Интеллект. Вот так сделаем. Так, что у нас там дальше по программе? На двери висит программа. Срать не больше килограмма. Так. Кто насерит? Не, там было... Стой, по-другому. Кто насрет 4 кучи, тот бутылочку получит. Тут приперся лев ебучий, надрестал 4 кучи. Тут приперся толстый слон, навалил 16 тонн. И газели так набздели, что все окна запотели, какой-то пидорас ёбнул так, что свет погас. Так. Hello. Да подвинься ты, ебло гусиное, дай пройду. А, точно, они без коллизии. О, здорово. О! Да ну нахуй. Че-че-че? Так. Заебца. О, эмочка. Я теперь эмо. Шучу. Охуеешь, блядь. Ой, что-то лагануло. Сейчас, секунду.
Так, с глюками вроде разобрался. Ничего страшного, бывает. Погнали дальше, нахуй. Турбина дует, курьер пиздует. Так. Что у нас там? Так, надо подбухнуть, во-первых. Так, во-вторых, все-таки определиться, куда мы дальше пиздячим. Так, в новок. Так, марафон. Это куда нас ведет? Нет, не хочу. Ага, я понял. Значит, срежем. Трейс. Да, ебать. Кар-кар, мазафака. Вот это мне точно сгодится. А вы кто такие? Don't worry. I won't have you lashed to a cross. I want you to witness the... I want you to teach everyone... Where... But the depths of their moral sickness. Nipton was a wicked place. Profligate troop. For a pittance, the town agreed to lead those it had sheltered into a trap. Yes. And I told them that when legionaries are disloyal, each clutched his ticket, hoping... Howard, they st- as are all your tongue wasteful. Перестрелять их нахуй, что ли? Так, а чё нам, собственно, за квест упал? А, ну раз... Даже сама игра называет это зверством. Поэтому давайте-ка сделаем вот так. Ох, нихуя! Так, а есть у меня хоть куда отматываться? Блять. Братва, у меня проблемы с патронами. Вот так-то. Так, а ну-ка. Блядь, 9-миллиметровых тоже нету, вот уроды, а. Тоже пусто. Пусто, пусто, блядь. Ёб твою, а!
Нихуя ты, педр. Бля, Саныч, ты пиздец. Так позорно слиться. Последний оставался. Ну ёб твою мать, блять, а? Ёбаные волки. Так. Нет, не этот. Удобная штука. Бля, скорости не хватает. Что, проституция? Так, а сейчас у меня очень опасный момент. Блять, а что если его отпиздить? Хуяка там. Чё, блядь, не ждали такого номера, да? Придумал. Ой-ой-ой-ой-ой. Точно, я ж их могу отсюда динамитом закидать, мне ж похуй. Так, где мой любимчик? Ну, допустим, на. Ой, а куда ты отлетел? Ойц. А, ты отбежал? Уи! А, дури не хватает. Ой! Блять, откуда ты работаешь, урод? А, вон ты где. Уи! Лови по аптечку, нахуй. А, точно, я же могу здесь из винтовки расстрелять.
Ой, отъехал, надо ж так. Бедолашка. Отъебнул. А, он где? Презренный. Презренный. Так, ну чё, псы майонезные? Так вот, чё у них тут за приколы. Так, а что у меня за приколы? Так, у меня 65 очков здоровья. Это нихуя не нормально. Так, одного вон там порвало. О, еще один подарок бежит. А кто мне скажет, почему я был таким долбоёбом и лупил по ним на скидку? Блять! Я тебе ща гычу сломаю, конь. Хуй. Так, надо говнище какое-нибудь скинуть. Жалко, нельзя стволы разряжать. Да, вот это прикольно. На, вот этого я еще не обшарил. Так, че мне так? О, я же бронебойными снабдился. Точняк. Ёпте. Так, есть тут кто живой? Я думаю, что вряд ли. Я не знаю, собственно, хуя мне атомный коктейль. Так, вынесено все. А, ну, с другой стороны, здесь можно начкануться. Да. Хотел, не вышло. Пиздец. Так, трейдинг пост. Я здесь уже был, по-моему. Are you fucking kidding? First I get... Jesus. Да и пошел нахуй, в принципе. Так, чё по заданиям? Так, теперь... Ага, нам туда. Да, пошумели тут пацаки знатно. Да, ну пиздовать туда, я-то рот наоборот. Да, сейчас еще нарвемся, блять, по дороге. Так. Поэтому надо идти и побухивать, чуваки.
либо жрать все, что не приколочено, потому что стимуляторов у меня, как водится, хуй. Ну, это классика жанра, блядь, что Саныч, как всегда, проебался. Или наебался, кому как больше нравится. Прям на 100 дурных. Так, куда мы, собственно, пиздуем? Ага, надо было по дороге идти, а я, ебать, что-то с курса сбился. Так, детоксин-то похуй. Вот эту вещь надо захавать тогда. 60 очков откатывают все-таки. Даже обчистить нечего. Ебаться в помидорке, а? Так, что мы там на весе? 222, нормально. А хули руки так дрожат, как у алкаш? А, да, ты же есть алкаш, точно. Как у алкаша. Да все, пиздец. Как говорится, не, написать видос после работы. Хотя, сейчас-то дело стало сильно легче. Ёбаный ты в уши, блядь. А нахуй я тостер спиздил? Понимаю, что перегружен, конченые. А, нет, это типа... А, это, я так понимаю, из-за того, что лапы повреждены, точность вышла из чата. Блять, еще... Блять, еще и мины рвутся повсюду. Сука! Бедный курьер, да? Да, блять, этот ебучий марафон нам, конечно, даст прикурить. Так, это что ж получается? Так, ну ладно. Повторяем заход. Именно заход, не забег. Wait. Блять, они выгребли все до последней копейки с этого бедного городка. А, ну я так понимаю, что в этих землях транспорта отсутствует как класс. Ну так, чисто для вашего понимания. Это, конечно, немножко пиздец, но тем не менее. Так, там будет гулик какой-то или подрывничок. Главное не подходить к конусам близко, лучше их отстреливать с безопасного, сука. Нет. Расстояние. Как в том анекдоте. А не въебет? Да вроде не должно. Бля, кто сказал? Не, дай-ка на всякий случай сохраню. Получится у меня подойти осторожно? Не получилось.
Ладно, попробуем еще разок. О, ебать, я снял. Так. Надо бухануть сразу. Так, там где-то, по-моему, еще одна была, нет? Оп. Сработало. А, вон там, под тем конусом мина. Тоже надо аккуратно. Отскочил. Там где-то еще была мина. Лучше ну его нахуй, чем хуй его знает, правильно, товарищи? Я не знаю, в какую жопу мы сейчас влезем. Ну чую, что глубина у нее приличная. Так. О, бля, где это я? Бля, как так кошка Дуси себя чувствую, ей-богу. Слушай, ничего, как однако долбает, надо водички охлебнуть. Ебать его в педали. Вонючие тыквы, что? Блять, небось она смердит, что слепая псина. Так, ну нахуй, я лучше вот так вот пройду. Кругом, кругом, блять. Так, потихонечку, но вернее. Надеюсь, там меня никакая, блять, уже не приложить не хочет. Так, не, дай-ка я лучше присяду. О! Это мы любим. Так, если я верно понял, он там, за дорогой. Наш пункт, ёп его мать, назначения. Так, а это что за ойл-вэл? Или это как её, блядь, ветряная мельница? Интересно, у этих пидормотов водичка есть тут где-нибудь? Так. Хотя хули я выёбываюсь? Я вот так могу. Бля, чё-то быстро. Так, 191. Так. 196, 201, 206. Будем считать, что это всё. Ранчо Вулхорна. Who the fuck is Вулхорн? Так. Есть ведерки, значит, есть вода. Фу, блядь, а вода-то вонячая. Но, с другой стороны, я хотя бы отхилился. Называется, дай воды напиться, только не фони, я тебя умоляю. Табак. Что? Лал? Спиздить все! Табакаюты.
Так, теперь надо перейти дорогу. Вот там прям... И где-то приблизительно там мне пизда. Так, ебались мыши кирпичной стенкой. А ты кто, собственно, такой? А. Ты вроде как должен быть нормальный. Как бы на старателя мне глубоко похуй. Эй, путник. Prim has a new Audi. А, ладно, хуй с тобой. Пошел дальше по своим курьерьим делам. Так. Дай-ка я на всякий случай сиванусь сразу. Так, ну давайте осмотримся. Ага, тут просто кротокрыс. А где ж мне пизда-то настанет, извольте спросить. Ой. Главное, чтобы мамка не прибежала, а то мне точно пизда. Так, а вот судя по звуку, где-то рядом. А вот и кротокрыс. А, охуев там, как дров. Спать нахуй, я сказал. Блять, грязный. А, ну пиздюку просто одной плюхи достаточно. А, ты вообще пустой. Хы, весело. О, блядь. Я думал, это будет веселее. Так, пленнички где-то рядом. А, точно, с открытым пип-боем я не смогу сохраниться. Похуй, лупим по полной. Ну что ж, чуваки, наверное, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, Пиписька. Может, какие-то идеи есть? Прошу в комменты. Не забывай. И до свидания. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии. Ну и в качестве сцены после титров, главное, чтобы не получилось, как с прошлой серией. А то был прикол, когда я забыл выключить записи. Еще 10 минут пиздел по телефону. Да ладно. Даже не пытайся, я уже все обрезал.